Народ, ну тут пиздец, короче, наоткрывал я, блядь, я не знаю как, но мошенники узнали мою личную, блядь, не для вас, для общения. Сейчас, вот, не знаю, они как узнали мой личный ВКонтакте, я честно в ахуе с тестидропа, с каких пор, блядь, пидорасы знают мою, блядь, личную ВКонтакте. Ну вот, короче, в чем прикол? Открой аркан, это айсфрога хорошо дают, ты кто, неважно, короче, чел мне говорит, что, блядь, сейчас выпадет аркана на, сейчас, на аркана от фейсфрога вот этого. Вот она эта хрень, 420 рублей стоит, я, естественно, знаю, что ничего не выпадет. Просто это сделано специально для вас, а то некоторые говорят, что ты, блядь, наезжаешь, да, а на самом деле даже не открываешь. Хорошо, народ. Пожалуйста, сейчас откроем от Ice Frog. Вот, и... И, короче, типа сейчас должна аркана выпасть. Блядь, пиздец, такой рофл, народ. Ну, я говорю, я исключительно залил это ради вас. Вот, потому что надо проверку сделать. Открывай. Давайте открываем. И, короче, сейчас смотрите, арканы не будет сейчас нихуя. Сейчас выпадет вот эта хуйня. Как же так? Как же так? Не выпало. Ой, блядь. Народ, ну короче, никогда не ведитесь на этих пиздоболов. Ой, блядь, ну какой же это тотальный кобздец, блядь. Мне-то как-то похуй, ладно, я от 500 рублей не обеднею, народ, если честно. Ну как, обеднею, конечно, но проверка, доказать вам, что это все пиздобольство, я должен был это сделать. Ладно уж, потратился я на 500 рублей, хрен с ним. Главное, чтобы вы свои деньги не тратили и знали, что бесплатный сыр только в мышеловке. Запомните это раз и навсегда, народ. Бесплатный сыр только в мышеловке. Никогда вам не напишут админы сайта, никогда не ведите на поводу и никогда не переходите по ссылкам от этих пидорасов. Ой. Это просто жесть. Это какая-то жесть. Я... Честно, я в шоке. Кристина у нас. Ой, челик, челик, какой же ты петух, блядь. Ну реально, мне вот нисколечки не жалко проебанных денег, 500 рублей, да, то есть я вам всегда показывал, что такое мошенники, и сейчас я вам показал наглядно. Так что, народ, я думаю, это заслуживает вашего лайкусика царского, такого прям под этот видос, поскольку он выйдет отдельно. Но, я думаю, я заслужил ваш лайк, народ, реально. Я заслужил. Так что запомните раз навсегда. Никогда к вам настоящие админы тестидропа не напишут. Никогда они вам не скажут, что я вам могу подкрутить. Никогда такого не ждите. Это невозможно. Это нереально. Не надо греть себя мечтами, что вам вот так вот просто дадут балик, дадут еще что-либо, дадут бесплатные скины. Бесплатные скины хотите, участвуйте у меня в розыгрышах. Я их раздаю просто потому, что я хочу, чтобы у меня было много подписчиков, большой комьюнити, поэтому я раздаю шмотки. Вот и все. Весь секрет Куньки, да, если кто-то все-таки когда-то интересовался, Куня, почему ты, блин, разыгрываешь эти вещи, да, почему ты не все забираешь себе. Все очень просто, народ, я хочу себе большой комьюнити. И для того, чтобы привлечь ваше внимание, я вам за ваши подписки дарю кому-то, ну, кому повезет, дарю вещи. Ну а на этом у меня сегодня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео или стримы. С вами был, как всегда, Кунька. Желаю всем пошлых подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота. Никогда не ведитесь, народ. Даже если вам пишет девушка, думайте мозгами, а не хуем. А я надеюсь, что эту кобылу отпидорит какой-нибудь бомж. Всем удачи, всем пока.